На ваших экранах панянка-селянка. Ти прям настоящая чорна ікра? Да. І це найконтрастніший випуск сезону. Вернусь без зубей, буду без зубов. Настільки не схожих героїнь ви ще не бачили. Витончена та безтурботна панянка з Гельсінки і стримана селянка-спортсменка з Самарської області. Одна живе в світі трендів і брендів і не рахує грошей в гаманці. В місяць на себе я трачу около 4 тисяч євро. Інша працює, не покладаючи рук, а весь вільний час віддає улюбленій дочці і сім'ї. Вот, какое красивое солнышко, да? Пойдем. Але на 3 дні вони обміняються життями. Чи осилить розбещена панянка сільську працю? У меня силы кончились. И чи зможе загартована спортом селянка житися роль фінської штучки? Ну не хочу, и все, я считаю, что мне это не нужно. Вони будуть змінюватися, усміхатися і навіть плакати. І не зможуть забути цей експеримент ніколи. Один із лучших днів моєї в житті. Це панянка-селянка. А ви б ризикнули приміряти на себе чуже життя? Самарська область та її красиве селище Подстьопків. Саме тут живе наша перша героїня – вольовата спортивна селянка Катерина Морєва. Я живу з моєю сім'єю, з мужем, з дочкою, з моїми батьками і з моїм молодшим братом. А це от наш задній двор, це от дім. У нас 2 этажа, 2-й этаж у нас мансарда. А це от кімната моєї дочери. Дочке нашей 3 года, ходит в садик, очень смышленая. Вот какое красивое солнышко, да? Вообще я спортсмен, занимаюсь любительски хоккеем. Я работаю на конюшне. Пупси мой, на. В мои обязанности входит покормить лошадей, убрать у лошадей, отработать их. С мамой мы очень часто готовим вместе. Также кормим живность. Утя, утя, утя. Зимой мы чистим снег. Че, скучать будешь? Конечно. Пойдем. За границей я не была ни разу. Это будет моя первая поездка. Да, уж это точно. Отдохнешь. Побалдеешь. Ну да, чуть-чуть. Моя цель участия в проекте – посмотреть мир, посмотреть, как живут другие. Я боюсь. Следующие 3 дня ты проведешь на берегу Балтийского моря в одном из самых безопасных городов мира – Хельсинки. Ого! Ничего. Ура! Круто! А, ничего себе! Ну ладно тебе! От радости! Фінляндія та її засніжена столиця Гельсінкі. Це найхолодніша і найменша столиця Європи. Але ці титули ані трохи не зменшують всієї краси міста. Тут вишукано живе витончена панянка Санія Свинаренко. 15 лет назад мы переехали всей семьей жить в Финляндию, то есть я здесь живу с 7 лет. Живу я в центре Хельсинки, живу со своим молодым человеком. В собственной квартире, цена которой 300 тысяч евро. В нашей квартире 2 комнаты и у нас своя личная сауна. В нашей квартире находится мебель только финского производства, как, например, вот эта кровать стоила около 2000 евро. Это мой любимый пес Кони, Коко Шанель. Он для меня как маленький ребенок. Год назад я принимала участие в конкурсе красоты. Из Хельсинки, и я попала в 5 лучших и завоевала титул «Мисс Фотогеничность» 2015 года. Пока это моя первая награда, но я на этом не останавливаюсь. На данный момент я учусь, получаю 2-е образование. В Финляндии не принято ходить на таких каблуках, в золоте, в бриллиантах, то здесь люди одеваются довольно просто. Курточка от финского дизайнера, ручной работы, 600 евро. Вот это платье привезли мне из Монако, 500 евро.
В месяц на себя я трачу около 4000 евро. На данный момент я не работаю, то есть меня содержит мой молодой человек. Нам, конечно, повезло, что мы нашли друг друга. Ты будешь скучать по мне? Ну, конечно, буду. Но ты будешь переживать за меня? Да. Одевайся тепло и смотри под ноги. Обязательно. У меня всегда была мечта приехать в такую деревушку. Этот проект для меня возможность увидеть на самом деле, какие деревни. Погоня за новими враженнями починається. Селянка Катя вже прилетіла в засніжений Гельсінкі. Сестра нашої панянки зустрічає гостю. Меня зовут Виталія. Очень приятно, Екатерина. Я поеду на этом? Да. Ничего себе, какая красавица. Тачка вообще клевая. На Мерсах я не ездила никогда. Тоді не втрачай ні хвилини і ласкаво просимо розкішне життя. Все-таки как же здесь красиво. Везде корабли. Я вживую такого никогда не видела. Город очень красивый. Хельсинки считается одним из самых дорогих городов мира. Например, квартиру даже не совсем в центре можно купить от 250-300 тысяч евро. Ничего себе! Я, если честно, обалдела, что так дорого жить в Хельсинки. Катя, Саня оставила для тебя задание. Ты можешь прямо сейчас его прочитать. Здорово. Привет, Катюша. На 3 дня ты окунешься в роскошную жизнь одного из самых безопасных городов мира – Хельсинки. Как освоишься в доме? Отправляйся на ужин. Твой бюджет на сегодня – 1000 евро. Ничего себе! Обалдеть! Пого! Блин, я столько денег никогда в руках не держала. А поки шокована кругленькою сумою Катя приходить до тями. Следующие 3 дня ты будешь жить в селе Подстёпке, на улице Солнечной, 164. Быстрее находи маршрутку, которая тебя довезет до села. Твой бюджет на сегодня 250 рублей. 250 рублей еще пока не так уж плохо. Чё ж, пошла искать маршрутку? Это было немножко сложно, потому что здесь было настолько много снега, не расчищенный, грязь, жижа, что мне пришлось тащить свой огромный тяжелый чемодан. Не подскажете, пожалуйста, как добраться до села Подстёпки, на каком автобусе ехать? 313. 313? Там остановка? Видите, пошла газель. Ага, спасибо большое. О, маршрутка подъехала, супер. Зашла в маршрутку, и там оказались такие веселые люди. Вот шоколад. Шоколад. Вам показалось сладко. Сладко у нас. Спасибо большое. Было очень здорово. Хорошо, что стол не накрыли в маршрутке. Спасибо. До свидания. Всего хорошего вам. Так куда мне теперь идти? Улица Виноградная. Мне нужно Солнечное. Такое ощущение, что вообще на юг приехал. Виноградная, Солнечная. Саня шукает потребную адресу. А селянка Катя відчиняє двері своїх шикарних фінських апартаментів. І її там вже чекають. Ой, господи, прелесть какая! Всегда хотіла собі маленьку собачку. Я вже себе представила Чікой, що під мишкою ношу цю собачку. Швидко ти Катрусю у роль панянки вжилася. Інтересно, це її портрет? Симпатична така. На фото видно, що прям така. Давай, показывай мені квартиру. Кубок. Мисс фотогеничность. Вроде и не такая уж и худая. Не люблю слишком худых, мне кажется, это не особо красиво. О, ничего себе. Это она, интересно, ее тягает. А! Вообще ни о чем. Кухня безумно маленькая. Ого. Все на нерусском. Интересно, что это такое? Я думаю, она не обидится, если я попробую. Ой, фу, какая гадость. Оказалось, какая-то хрень. Как это можно есть вообще? Сьогодні на ваших екранах прискіплива оцінка стилю. Ну, вот это вот неприятное к телу. Ну, наверное, больше чуть-чуть меня размером. Дорого, не завжди смачно. Нет, ты просто такий отвратительный. І дуже небезпечне завдання. Я почувствовала себя хірургом. Залишайтеся з нами. Я не знаю, какое задание будет. Поймать вам на ужин утку. Круто. Гардероб. О, вот это вот я люблю. Классная штучка. Ну вот это вот, даже не знаю, как она называется. Неприятная к телу. Ой, всегда мечтала о такой штучке. Мне, по-моему, даже как раз. Какой ужасный пиджак. Фу, гадость какая-то. Ух ты, шарф.
Она фанатка. Не думала, что такая, как Саня, любит хоккей. О, шикарно, шикарно. Я, если честно, обалдела. Теперь у меня на 3 дня есть личная сауна. Уважно вивчивши тимчасові володіння, Катя поспішає дізнатися, з ким же буде ділити цю розкішну квартиру в найближчі 3 дні. Привет. Привет. Я парень Сані, Женя. Катя. Очень приятно. Очень приятно. Катя типичная деревенская девушка, такая немножко упитанная, молоко, сметану ест явно. Мы с Саней живем здесь вместе. Я очень удивилась, когда узнала, что буду жить с Саниным парнем. Муж, я думаю, ревновать не будет, потому что он мне доверяет. А как зовут это прелестное создание? Коко Шанель. Ну да. Я и думала, что будет что-то в таком стиле. Катя, у меня есть предложение прогуляться по вечернему городу, а потом сходить поужинать куда-нибудь. Ой, с удовольствием. А Саня нарешті знайшла будинок. Ласкаво просимо. Миленько так, уютненько. Даже очень хорошо. Я на самом деле думала, что будут банки висеть на заборе. Ой, Саня, твои уявления про сельский будинок ну дуже вже туманні. Кухня большая, просторная, уютная. Все цивильно, все чистенько, все красиво. Детская, яркая детская комната. Я нашла спальню Кати и ее молодого человека. Нет, не молодой человек, а муж. Все-таки муж. Я лично люблю больше пространства. И мне кажется, как-то в маленькой спальне немножко как-то тесно. Катя, кекнет? Серьезно? Баскетбол, что тут еще? Сумасшедшая спортсменка. Гардероб. Я думаю, она, наверное, больше чуть-чуть меня размером. Так, кофточки такие вязаные, простенькие. Интересно, она носит вообще платье? Оглянувши гардероб, Саня знакомится со своей тимчасовою семьей. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Аня. Саня, очень приятно. Очень приятно. Саша. Я увидела сразу, что они очень добрые, они очень гостеприимные. Мама. Мама. Папа. Папа. Брат. Брат. Я догадалась. Мне кажется, у нас по глазам был такой сразу контакт. А где ваша дочка? Внучка. Да. Садики пока. Садики? Сколько ей лет? 3 будет. Девочка хорошая. Мне понравилась она сразу. Раз у вас такой большой дом, у вас, наверное, хозяйство есть свое, нет? Ну, есть. Маленькое. Вообще, я развожу диких ут. Свое, я знаю, какое задание будет. Поймать вам на ужин утку. Самое сложное приготовить, а поймать. Ладно, я вроде как умею готовить. Ну, умеешь готовить? Да, очень хорошо. Тебе предстоит сегодня готовить ужин. А селянка насолоджується прогулянкою по казковому Гельсінкі. Это Александрийская улица. Она подогревается, поэтому здесь никогда нету снега. Ничего себе! Я была в шоке. У нас не все квартиры отапливаются, а тут еще и дороги отапливаются. Это Сенатская площадь, визитная карточка Хельсинки. Это кафедральный собор, ему уже больше 160 лет. Вечерний Хельсинки мне безумно понравилось. Ну что, Катрусю, нагуляла аппетит? Адже далі на тебе чекає фінська ікра. Предлагаю вам 5 разновидностей осетровой икры. И, конечно, самая ценная икра – это финский осетр. Когда я увидела столько икры, и что ее можно есть просто ложками, я была, если честно, в шоке. Это прям настоящая черная икра? Да. Обалдеть. Финская. Все родственники мои завидовать будут, когда узнают, что я ел черную икру. А можно я родителям заберу попробовать? Вкусная. Я бы предпочла картошечку или шашлычок, ну что-то в этом роде. Оно и сытно, и дешево. Нет, очень зеленое. Ой, некоторые были просто такие отвратительные, что мне хотелось просто взять и выплюнуть ее. Катя, расскажи немножко о себе. Живу в доме со своим мужем, с дочерью и с моими родителями. Жить с семьей – это, конечно, тяжело. Сложно найти личное пространство. Свободное время – занимаюсь хоккеем. Своя женская любительская команда. Мы даже на соревнования выезжаем. Но не слышал, чтобы девушка увлекалась хоккеем. Я бы не хотел, чтобы моя девушка занималась таким мужским спортом. Катя спілкується з Женей. А в подстьопках кипить робота. Панянка і мама селянки разом готують фірмову страву сім'ї Моревих – запечену качку. Коли-небудь потрошила?
Нет. Курицу какую-нибудь? Любую птицу? Нет. У меня в голове были такие мысли: о боже, что он нам будет вытаскивать внутренности? Ох вже ці фінські леді! Навіть маленькій дитині цікаво, як ти будеш справлятися з цією, ну, дуже важкою роботою. Ой, а це хто у нас? А це внучка моя, Ксюша. Привіт! Если я ее не раздену, я останусь без ужина. Поэтому я собралась мыслями, с всеми силами. Какое тепленькое еще. Ну, свежее. Вот это вот зеленое не трогай, пока его очень аккуратно надо будет удалить. Я почувствовала себя хирургом. Аромат прям Шанель. Ну, Катя замужем. Почти 4 года. А ты с молодым человеком как долго встречаешься? Мы живем уже вместе 1.5 года. Никогда не верила, любовь с первого взгляда, и вот получилось, что так и есть. А как насчет свадьбы? Я всегда придерживалась того мнения, что надо один раз в жизни выходить. Okay. Поэтому пока я хочу подождать и быть точно уверенным. Я тоже такого мнения, что человека, за которого выйти замуж, надо сначала узнать хорошо, как бы притереться друг к другу. Все, сейчас выкладываем слоями уточку с овощами и заливаем бульончиком, приправочкой и в духовочку. Это занимает очень много времени, поэтому, я думаю, это больше праздничное блюдо, нежели повседневное. И получается, мой приезд был для них неким праздником, раз мы разделали утку и приготовили такой шикарный ужин. Конечно, я такое блюдо не приготовилась бы без вашей помощи. Теперь отвезу обязательно рецепт в Финляндию. Крошь, ресторан, да. Нашу честь. Наживешь у меня. Пожалуйста. Спасибо там большое. Море Вейн Компани. В этом доме я почувствовала, конечно же, теплое отношение друг к другу. Очень комфортно. Я почувствовала себя как полноценным членом семьи. Тут вкуснятина. Вкусно? Как вкусно. Как? Так, ну-ка. Всім понравилось. Саня справилась з заданням, молодець. Перший день експерименту завершено. Обидві дівчини впоралися з новими ролями на відмінно і з чистою совістю засинають. Набирайтеся сил. До завтра. Доброго ранку. Час вставати. Першою в столиці Фінляндії прокинулася наша селяночка. Что? Хувя? Хомента? Красотка. Это, что это значит? Типа привет? С утра позаботься о моей Коко Шанель. Ну а вечером тебя ждет релакс по-фински. На сегодня оставляю тебе 2000 евро. Это все мне? Это на самом деле мне? Обалдеть! Господи, да в них купаться можно. Так, ванна с евро непогана идея. Вибачте, замріявся. Ти, Катрусю, швидше збирайся. Тебе чекає інструктаж на тему «Як доглядати за Коко Шанель». Попереду найцікавіше. Нерозкішне завдання для селянки. І це мені теж придеться делать? Іменно. Це взагалі повний бред. Перші претензії. Мені цікаво, в аеропорту взагалі пропустять з такою вонью. Здійснення давньої мрії. І обережно, в подстьопках нова королева хокею. Гарнусь беззубий, як Овечкін. Це панянка-селянка. Неможливо пропустити. Ребят, я в Фінляндію. Доброе утро. Доброе утро. Виспались? Да. Отлично. Можно прогуляться с Коко Шанель. В Финляндии у нас принято убирать за собакой. О, и это мне тоже придется делать? Именно. При мне не гадить. Держи пакетик. Мне и на работе хватает каках, поэтому я думала, хотя бы здесь мне не предстоит это делать. Як бачиш, в розкішному житті є недоліки. Ще кілька хвилин тому у ванні з євро хотіла купатися, а тепер потрібно прибирати за собачкою. Іноді життя несправедливе. Нет, ну только никакий. Я вижу, не все убирают. Вон лежат какашки. Блин, нас как большая. Блин, она нас вон сколько. Иди сюда. Коко Шанель, конечно, девочка активная и заставила меня даже не один раз убрать за собой. Фу. Фу, гадость. Ты, маленькая, решила всю улицу изгадить.
Чем тебя накормили? Пошли стричься. А стрижеться Коко Шанель лише в обраних салонах краси. Сюди вхід відкритий тільки найдорожчим і наймоднішим собачкам. Ой, что вы сейчас будете делать? Ну, мы сейчас, как обычно, собачку расчешем, потом помоем, подстрижем. Может быть, покрасим ногти, оденем бантики. В общем, сделаем, чтобы все было красиво. Люди уже не знают, чем можно заняться и занять своих питомцев. А после стрижки, я думаю, можете зайти в наш собачий бар. Здесь недалеко. Такое тоже существует. Бар для собак? Конечно. Это вообще полный бред. В мире вообще существуют психологи для собак, если у собачки депрессия. Депрессия у собаки... Мне кажется, почесал ей за ушком, дал ей косточку, и все в порядке. Нафига ей психолог? Ой, сколько же все эти процедуры стоят? В нашем случае где-то в среднем, я думаю, евро 300. 300 евро? Да. Господи, да я на 300 евро себе, не знаю, пластику сделаю. А тебя за 300 евро расчешут и помоют. Збирали Коко Шанель ніби на прийом до королеви. І стрижка, і укладка, і манікюр – все, аби чотиринога клієнтка була задоволена. Господи, какой ужас, как над тобой поиздевались. Господи, и ногти. Розовый, ну ты у меня теперь гламурная девчонка. Ладно, спасибо большое, пошли. Коко стала похожа на настоящую Коко Шанель. А в селі Подстьопки Санія теж прокинулася. Прочитала свої завдання на день і поспішає їх виконувати. Сьогодні фінська красуня теж буде мати справу з тваринами. Правда, трішечки більшими. Дівчина відправляється на конюшню. Я зовут Санія. Я Наташа. Пойдем, я покажу тебе внутри свою работу. Хорошо. Вот знакомься, это Парадис, это Белла. Конюшня. Меня это сначала обрадовало, что ура, лошадки, лошадки, так весело. Их надо отбить. И можешь на ком-нибудь поездить из них. А отбить это копыта почистить? Нет, это почистить у них денег. Угу. Вот, копыта это расчищать называется. Угу. Чтобы они не мешались, их надо выпустить погулять. Ваша. Просто берешь вот так вот и все это собираешь начисто. То есть она должна быть полностью чистая? Да, все. Давай, да. Удачи. Мне пришлось сделать самую грязную работу, чтобы заслужить катание на лошадке. И так как я очень-очень хотела прокатиться, я подумала, что ладно, я постараюсь справиться. За собачку убирать это одно. Маленькие. Ну что сказать? Катя так не вважает. Блин, она как большая. А тут... Они такие тяжелые. Мне интересно, в аэропорту вообще пропустят с такой вонью потом возвращаться. На самом деле это очень тяжелый труд. Тяжелое поднимать, увозить, опять собирать, увозить. Я никогда не хочу жить в деревне. Это ужасно. Я убирала, 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 поворачивалась, а там не уменьшалась, не уменьшалась, не уменьшалась. То есть как была гора, так и осталась. У меня силы кончились. Спина болит. Я хочу покататься на коне. Я хочу покататься на коне. Як кажуть, любиш кататися, люби і санчата возити. Не зупиняйся, Санія. Очень работящая, как оказалось, она справилась со всем. Кататься заслужила. Ура, наконец-то мой труд, я получила за это награду. Ребят, я в Финляндию. Санія насолоджується заслуженою винагородою за тяжку працю. А в Гельсінкі селяночку Катю чекає, ну, дуже фінський сюрприз. Катання на собачих упряжках. Я всю жизнь мечтала покататься на собачьей упряжке. Я просто потеряла, наверное, дар речи. Такие классные! Ой. Я сейчас расплачусь! Обалдеть! Несмотря на свою скрытность, увидев животных, Катя даже расчувствовалась и заплакала. Это было очень трогательно. Ну давайте уже садиться! О! В лицо ветер, собаки несутся. Это было просто эйфория.
Мне не хотелось останавливаться и хотелось ехать все быстрее и быстрее. Блин, вообще супер, просто нереально классно. Я еще хочу, это здорово. Это было необычно, это просто незабываемо. Один из лучших дней моей жизни. Хаски я забыть до сих пор не могу, и я думаю, что не забуду. Моя мечта сбылась. Мрії на те й мрії, аби здійснюватись. А в селі Санія чекає на своє друге завдання. І навіть не підозрює, що саме на неї чекає. Здравствуй, меня зовут Катя. Меня зовут Саня. Ты как вообще к хоккею относишься? Я очень люблю хоккей, сама за ним слежу. Отлично. Тебя тогда ждет сейчас настоящая хоккейная тренировка. Готова? Нет. У меня началась такая маленькая паника. Никогда не думала, что я окажусь по ту сторону трибуны. Ну, подстёпки, вы готовы? На лід виходить нова зірка хокею – Санія Свинаренко, номер 35. А перед грою короткий інструктаж від тренера. Перше, тебе потрібно правильно взяти клюшку і відталкуватися. Спочатку правою ногою, потім лівою ногою відталкуєшся. От, вже поїхало. Молодець. Давай, не падай. Ну, мне кажется, что физически у нее есть данные для занятия хоккеем. Попробуешь поиграть? Хорошо. Успехов. Очень страшно. Вернусь без зубов. Как Овечкин. Буду без зубов. И как только свисток просвистел, у меня просто такой черный экран. И я ничего не помню. Я просто каталась за шайбой и пытался ее отобрать и забить в ворота. Было очень страшно, потому что это все-таки такой агрессивный мужской спорт. Не знаю, зубы выбивают, а шайба попадает. Это очень опасно. Я подумала, что это единственная попытка в моей жизни, когда я могу в полном костюме поиграть. Я решила, что надо оторваться по полной. Я покажу, как играют финские барышни в хоккей. Даже не поняла, как я забила, но я забила, я просто слышала, что моя команда стучит клюшками, все радуются, все прыгают. Это, я думаю, скорее всего, больше, как говорится, новичкам везет, чем мой опыт. Ну, для первого раза она неплохо себя проявила. То есть есть какие-то у нее задатки хоккеистки. Ура! Катя, огромное тебе спасибо за такую возможность. Это было нереально здорово, и мое мнение о том, что хоккей – это мужская игра, она чуточку поменялась. Это было что-то незабываемое. А в Гельсінки настав час приступати до дівочого завдання. Селянка уперше в житті вирушає в косметологічний кабінет і навіть не підозрює, що за процедура її чекає. І що ж ви будете зі мною робити, мені цікаво? Мезотерапія. Яка терапія? Мезотерапія. То що це таке-то? Мезотерапія – це лише вітамінні уколи краси. І роблять їх модниці всього світу. Ви готові? No. Когда я увидела этот пистолет и эту иглу, я была в расстроенных чувствах. Я не хочу ничего делать, тем более вот это вот. Это однозначно нет. Це дуже корисно. Нет. Нет, я серьезно говорю, не хочу ничего делать. Это не больно. Да, конечно, иголкой не больно. Я не боюсь, что будет больно, я просто это не хочу делать. Я думала, что это что-то типа ботокса. Я даже за бесплатно это не хочу делать. Ну, не хочу, и все, я считаю, что мне это не нужно, и никаких вмешательств я лишних не хочу. Меня это сильно пугало. Як таку сильну дівчину може налякати звичайна дівоча процедура? Just relax. Да какой тут релакс-то? Нет. Це дуже корисно, просто розслабся. Хорошо, давайте начнем. Ну, меня убедили, что это не ботокс, и что больно не будет. Щекотно. Ай, чешется. Ай, возле губ вообще отвратительно. Ай. Было, конечно, неприятно. Я думала, что будет больнее. Ну ладно, не так уж и плохо. Процедура я очень довольна. Лицо просто сияет. Я бы, наверное, еще раз сделала бы такую процедуру.
Ось бачиш, а ти боялася. Поспішай ділитися враженнями зі своєю тимчасовою сестричкою. Було страшно. Я думаю, ти як спортсменка к болі привикла. Да, без этого не обходиться. Вона скрытна. Очень тяжело понять, что она на самом деле чувствует. Какая ты с мужем? Тоже такая вся боевая и держишь инициативу в своих руках? Нет, я стараюсь быть женственной. Внешне я бы тебе не сказала, что ты очень женственная, ты все-таки как мужчина боевая, пробивная. Вот эту агрессивность и силу нужно проявлять и оставлять в спорте. Я вообще не скажу, что я агрессивная, потому что вы не видели в таком случае агрессивных людей. Я очень даже для человека, который всю жизнь занимается спортом, очень мягкая. Ей хотелось, мне кажется, скорее вот это закончить. Спасибо за советы. Спорт сделал, скажем так, свое. Может быть, где-то не такая женственная, но все-таки стараюсь. Я очень надеюсь, что она все-таки прислушается к моим советам. Ось так закінчився другий день реаліті-експерименту. Сьогодні дівчата отримали масу нових вражень. Вони поспішають заснути, аби завтрашній день настав скоріше. На добраніч! Ось він, останній день життя в чужій шкірі. Першою прокинулася Санія. Сьогодні у неї роботи, хоч греблю гати. Завдання номер один – боротьба зі снігом. Утром прочитав своє завдання, у мене було написано, що мене чекає боротьба зі снігом. Я спочатку подумала, ура, ми поіграємо в сніжки. Вийди на вулицю, побачила Андрія з лопатою, в таких сапогах, тепло окутався, я поняла, що о-о-о. Что, видимо, меня ждет работа, а не игры. Сегодня мы займемся с тобой чисткой снега и будем счищать снег с крыши. В смысле с крыши? У меня вот такие глаза, серьезно, что ли? Я не Сейчас хочу туда лезть. На стремянку, я тебе помогу вдвоем и будем счищать. Какой снег с крыши? Это мужская работа, женщины такое не делают. Санія, в селі немає чоловічої чи жіночої роботи. Спустися з неба на землю. Ой, вибач, піднімися на дах. Держу, в любому случае не упадеш. Якщо почнеш падати, я тебе туди столкну. Куди? Вон туди, на сугроб. Спочатку, так, вона покапризничала немного, помялась. А, руку вивихнула. Ау! Что, снег ни разу не чистила? Сейчас... Нет, не чистила, потому что это не женская работа. Самое, что ни на есть, женское. У нас чистят специальные рабочие, которым платишь деньги, они приходят и чистят крышу. У нас женщины такое не делают. Поэтому мне эта идея тоже не очень нравится, что я чищу тут снег. Это опасно, это холодно, и это не очень весело. Да хватит меня снег кидать! У меня все лицо сейчас мокрое будет, мне противно! Процентов на 80 она похожа на тепличную городскую барышню. Знаешь, что труд облагораживает человека, неважно, кто это, мужчина или женщина. Но все равно это же тяжелый физический труд. Во-первых, опасный, во-вторых, тяжелый. Тяжелый физический труд – вагоны разгружать. А это, по-твоему, легкий, да? Такая унисекс-работа. Мы с тобой очень много болтаем, давай у нас осталось совсем чуть-чуть, дочистим и пойдем греться горячим чаем. Отлично. Вот это задание, чистка крыш, для меня был первый опыт. Не очень веселый, я думаю, что мне этот опыт нигде не пригодится. Просто я хотела показать, что барышни не все такие нежные ручки. Я думаю, что они это оценят, я справилась с этим заданием. А тим часом зимовий Гельсінкі тільки прокидається. А разом з ним і наша Катя. Доброе утро. Доброе утро. Это тебе задание на сегодняшний день. Привет, Катюша. Сегодня лучшие стилисты города сделают из тебя настоящую куколку. Последний вечер в Хельсинки ты проведешь как настоящая финская богачка. Ого. Твой бюджет на сегодня 5000 евро. И вот это вот все надо потратить на это? На сьогоднішній день, да. Так, Катрусю, і спочатку ти підеш витрачати гроші на улюблений усіма дівчатками шопінг. Я подруга Сані, і ми сьогодні проведемо маленький шопінг з тобою. Шопінг я взагалі терпіти не можу. Ходиш, смотриш, ищеш, теряєш кучу времени. Головне попереду. Боротьба смаків. Это ужасно. Фу, гадость какая. Не могли, в общем, определиться. Те, що вразить фінську панянку. Это стало для меня таким большим шоком. Шлях від хокеїстки до вишуканої леді.
Вау! Катя, тебя не узнать. І чому ж панянка достроково припинить обмін? Не пропустіть найважливішого. А какая тебе нравится одежда? Пышности не люблю. Я себе даже свадебное платье купила не пышное. Видно, что девочка не из города. Косметика мало, простая такая девочка. Это Армани. Слышала о нем. У тебя есть дома? Нет, ты что? Как тебе вот это? Это ужасно. Ей нужно немножко шарма. Мне кажется, ей стоит одеваться более женственной. Да. А мне нравится. Нравится? Да. Господи, 1000 евро? За что? Это вообще пипец. На эти бы деньги я бы, наверное, тебе кучу одежды купила бы. Вот это. Как тебе? Фу, гадость какая. Похоже на мешок для картошки. Катя слишком резко выражалась. Вот это. Ну, это, знаешь, похоже на салфетку с бабушкиного стола. Зато, когда ты оденешь его, ты поменяешь свое мнение. Думаешь? Ну, да. не знаю. У нас с Катей очень разные вкусы. Не могли, в общем, определиться. Хоч и кажуть, что про смаки не сперечаются, але це не про наш випадок. Опа! Ну, я бы сказала, что бабушкин вариант. Думаешь? А мне нравится. И села вроде по мне. О, уже другая тема. Это тоже хорошо. Не знаю даже, что и выбрать. Все платья классные. В некотором роде я, может быть, и полюбила шопинг. Наверное, постараюсь побольше времени уделять себе и походу по магазину. Вибір зроблено. Внутрішня трансформація виконана, а це означає, що і зовнішні зміни не за горами. Працювали стилісти над новим образом нашої селянки з душею. Ніжний макіяж, жіноча зачіска. І відколись жорсткої дівиці і сліду не залишилося. Тепер перед нами витончена леді. Ой, мать чесная! Нічого себе! А, вообще супер! А, это я? Я обалдела. Лицо стало просто другим. Это даже лучше, чем было у меня на свадьбе. А увидел бы меня сейчас муж, он бы, наверное, офигел. Поки Катя милується відображенням у дзеркалі, ми повернемося в Подстьопки. Там ні про яку роботу й мову бути не може. Наша панянка злягла. Слушай, тебе давай-ка температуру померим. Горячая. Разболелась? Разболелась. Вот в гости приехала. Не выдержала. Намутили девчонку, намутили. Ничего. Выздоровеешь. Не плачь. Все будет хорошо. Сейчас я принесу градусник, померим температуру, а потом посмотрим, что будем делать дальше. Договорились? Хорошо. Мне стало очень плохо. Это стало для меня таким большим шоком. Мне не хотелось подводить семью, я не хотела быть хлюпиком. С тем, что она заболела, я думаю, что, скорее всего, во-первых, перемена климата. Ну, естественно, и стрессовые ситуации. Снег чистила целый день, ее подкосила. Очень жарко, в груди печет. В груди печет? Сейчас мы тебе мальчику помажем. Да ну, в принципе, у меня своих 2 детей и внучка, поэтому я не испугалась. Вот твой чаек, а вот это тебе конфетки. Видишь, написано «Вдохновение». Вдохновляйся, кушай очень вкусно и поправляйся, да, не болей. Это меня так растрогало, потому что в этот момент я поняла, что... Бля, я еще плакать буду. Меня приняли в этой семье как за полноценного члена семьи. То есть я для них была как своя родная дочь. Вылетим! Для меня это было настолько приятно, что я даже потом забыла, что я в гостях. Спасибо большое, что так относитесь ко мне, как к родной дочери. Конечно. Ну а как же? А как по-другому, когда хороший человек? Не плачь. А то я сейчас тоже разревусь. Для меня вы все детки, что моя дочь, что ты. Так что... Ну все, все, все. Сентиментальности? Ну такие мы женщины сентиментальные. Несмотря на то, что у меня была температура, я себя плохо чувствовала, Катина мама пыталась меня подбодрить. Это было здорово, потому что такая поддержка, она многого стоит. Саня набирается сил перед дорогою додому.
А в Гельсінкі шалено жіноча і ніжна Катя поспішає на останній вечір в чужому житті. Вау! Катя, тебя не знаю. Она действительно перестала быть похожа на себя. На ту, с которой я познакомилась 3 дня назад. Я только подумала, что не хватает вот музыки. И тут выходит он с саксофоном. Это было вообще просто здорово. Я обожаю живую музыку. Это очень красиво. И хотелось слушать и слушать его. Спасибо большое. Молодец. Обалдеть, спасибо большое. Какие у тебя впечатления о нашей стране? Мне понравилось. Было что-то необычное. Увидела что-то новое. Хотела ли бы ты сама жить такой жизнью? Прожив эти 3 дня, как живет Саня, я, наверное, понимаю, что все-таки мне ближе моя жизнь. Я постоянно в спорте. Ходить постоянно по магазинам, по салонам. Да, это, конечно, хорошо, это можно делать, но не постоянно. То есть, как бы, фифочка, она и есть фифочка. Это ее мнение, она имеет право быть, но я же знаю, что это не так. Дорогие мои, я хочу поднять бокал в наш прощальный вечер за это знакомство. Я надеюсь, это знакомство перерастет в крепкую дружбу. Да, я надеюсь, что он станет непрощальным. У нас есть еще один небольшой сюрприз для тебя. Он маленький. Что-то на память. Ой, господи, как это мило. Спасибо большое. О, сережки. Ой, как красиво. Обожаю такие вещи. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Это было классно. В Хельсинки сбылась не одна моя мечта. Експеримент завершено. Хвора Санія повертається в рідний Гельсінкі, де її дуже чекає прекрасна селянка Катя. Когда я узнала, что Саня заболела, я почувствовала свою вину, так как все-таки она жила моей жизнью. Мне захотелось как-то порадовать ее и решила приготовить свою фирменную шарлотку. Шарлотка готова, і Санія вже прилетіла. Ось вона, зустріч двох героїнь, які 3 дні жили життям одна одної. Что, ты как себя чувствуешь? Чувствую более-менее нормально, хотя бы сегодня уже разговаривать могу. Я, если честно, ее немножко не узнала, потому что на фото она другая. Вау, это ты испекла для меня пирог. Мне хотелось хоть как-то тебя порадовать, как-то поднять тебе настроение. У тебя это получилось. Это, конечно, меня растрогало, потому что я лично сама не пеку, и это было здорово. Андрей сказал, что ты первый раз за границей, и какие у тебя вообще впечатления о городе? Огни, то есть у вас все освещается, это очень красиво, мне очень понравилось. В жизни она выглядит еще милее. Ну, а общее твое впечатление о твоем 3-дневном путешествии? Я поняла, что хочу путешествовать дальше, хочу знакомиться с новыми людьми. И поняла, что нужно побольше времени уделять себе. Спорт сделал из меня такую девушку пожестче. Закаленную. На самом деле, я никогда не думала, что я когда-нибудь окажусь по ту сторону трибуны. То есть для меня это было что-то нереальное. Адреналин, но мне кажется, это немножко опасно. Меня пугало, что там все девушки или такие, как я даже не понимала, это мужчины или женщины, такие боевые. Спорт спортом. Но я считаю, все равно женщина должна оставаться женщиной. Ты все-таки мама, тебе надо уделять больше, как ты и сказала, себе внимания. Да, с этим я с тобой полностью согласна. И это я, будучи здесь, я это поняла. Я, в свою очередь, тоже бы хотела дать тебе небольшой совет. Вот так как вы с Женей уже живете долго вместе, я считаю, что нужно не затягивать с формированием семьи. Конечно, с этим делом я не собираюсь затягивать до 40 лет, но в Финляндии, вообще в Европе, сначала идет карьера, то есть ты должен встать на ноги. Когда ты сначала идешь в карьеру, то потом все равно гораздо меньше будет времени уделяться именно ребенку. Да, ты ему можешь дать все, но с другой стороны, любви, мне кажется, и внимания будет гораздо меньше. Я возьму это на заметку. Если такое чудо случится, я думаю, я вас приглашу к нам на свадьбу. Благодаря этому обмену я доказала, что барышни бывают не только с золотыми ручками, но и умеют трудиться. Великолепные впечатления, которые, я думаю, не забуду до конца своей жизни.